Выдавать вам удостоверение, после выдачи каждому дадим слово. Лаконично умеете разговаривать. Если вы пришли в молодежный парламент или баллотируетесь, да, вы должны уметь говорить. Хорошо. Избирательный процесс начнется с 17 по 25 апреля. На всех избирательных участках будут проводиться открытые выборы, непосредственно будет голосование. Сначала голосуют университеты, потом для городских участков, которые на территории городов, они голосуют все в один день. И потом дальше доголосовывают по вузу. Здесь все зависит от каждого, как говорится, кто как умеет вступать в бой, как правильно из него выходить, либо побеждать, либо находиться в состоянии поражения, но все-таки собирать обратно волю в кулак и двигаться вперед. Это Губарев Евгений Юрьевич, помощник председателя Народного совета. Порядка 360 анкет было подано в молодежный парламент для того, чтобы принять участие в избирательном процессе со всей территории республики. Следовательно, сейчас прошла, точнее идет избирательная кампания, агитационный процесс, который проводят непосредственно ваши кандидаты и, в принципе, кандидаты по территории нашей республики. Таким образом, все готовятся к этому знаменательному дню, который, скажем так, вам открывать бал, потому что у вас будет первый день избирательного процесса, первый участок, который примет избирательный процесс непосредственно у себя на территории. Поэтому в добрый путь, друзья, как говорит. Гудько Екатерине Юрьевне. Спасибо. Пышнограеву Василию Юрьевичу. Баулину Сергею Сергеевичу. У нашей молодежи очень много идей, которые могут воплотиться для развития нашей республики, что может помочь в нашем дальнейшем деле. Наша молодежь – это наше будущее. Очень важно для человека, самое главное, дать правильные знания, с которыми он как раз-таки будет строить дальнейшую свою жизнь и налаживать жизнь как своей республики, так и будущее наше поколение. Сказать всем, что молодежь нашей молодой республики – это не утерянное поколение, а один сплоченный механизм, который может работать воедино и функционировать, давать новые блестящие гениальные идеи, которые в дальнейшем вся молодежь, которая находится в молодежном парламенте, будет воплощать. Я Пышнограев Василий, студент Далевского вуза, а также кандидат в депутаты молодежного парламента. Сегодня прошло мероприятие, посвященное выдаче удостоверения в молодежный парламент. Были отобраны только лучшие кандидаты, которые показали себя с хорошей стороны. Кандидаты представили свои проекты и рассказали о своих планах на будущее. На мой взгляд, это достойные соперники. Желаю всем удачи в начале этого тяжелого пути. Молодежный парламент – это будущее нашей республики.